Эй, йоу! Привет, братишка! Привет, сестренка! Добро пожаловать на самую эпичную серию по скам у меня на канале. Поэтому приготовься, не забывай принести свой лайк, а мы начинаем. Поехали! Какой чудесный день! Какой прекрасный день! Пень. О, какой хороший я, кокулечка моя, Ой, как хорошо, сразу облегчение, значит, жизнь наладилась, я вроде наладил. Погода хорошая, утречко, пахнет не очень, но, ну да ладно, какалька плотная, а это значит, что сегодня 1 февраля, братишка мой, сестренка, и добро пожаловать в наше с тобой приключение в скам. Значит, сегодня у нас с тобой это видео выйдет достаточно поздновато по времени. А почему? А потому что, когда я пришел снимать, была поздняя вонючая ночь, и мне пришлось ждать, как говорится, ждать и играть в Path of Exile, потому что, ну, чтобы дождаться в скаме дня, мне нужно поиграть во что-то, чтобы дождаться, когда день наступит, и я смог тебе снимать, потому что ночные приключения меня не устраивают. Итак, значит, тебе спасибо за лайк, за то, что поддерживаешь скам, значит, мы продолжаем с тобой поигрывать, пока у нас новиночек в стиме никаких нет, мне очень интересно, что будет происходить дальше в игре, и мы с тобой бежим по твоим, соответственно, направлениям. Итак, значит, я прочитал большинство индивидуумов, значит, наших многоуважаемых ребят в комментариях. И мне написали, значит, в топе коммент, слушай, я сейчас угарнешь, и мне пишет, короче, говорит, отец, ты хуево лутаешься, говорит, столько мимо, говорит, бегает, говорит, и лута нихуя нет, говорит, мимо шкафов бегает, и нихуя сам не лутает, а лута, говорит, нет, а его там поддерживает, короче, ему пишет, да, меня аж бесит, меня аж раздражает, как отец Шумор лутается, да. Слышь? Если я буду лутать каждый вонючий шкаф, блядь, с забитым полностью инвентарем, понимая, что там цивильный лут и ничего интересного нет, тогда серии по скам будут идти 12 часов, и это будет абсолютно впустую. Ты чё, блин? Если бы я снимал... Понимаешь, если бы я просто играл в эту игру 10 часов... Нихуя, Мишка, хуишка! Или это кабан хуян? Смотри, побежал своими маленькими ножками, топ-топ, говнишка, блядь. Охота на кабана, ёбаный! Слово пацана, охота на кабана. Значит, ты представляешь, если бы я не снимал видео, я бы, наверное, лутал каждый ебучий шкафчик. Но ты думаешь, что ребята, которые заходят на мои видео, хотят посмотреть лутание шкафчиков или эпичную охоту на кабана? Каба... Привет. Тебе похуй вообще, в принципе, да? Блять, как здесь стрелять с ебучего лука, блять? А вот. Кабан! Тоби пизда, братан! Как же здесь криво работает это все? Ау! Нихуя, ты не умер, что ли? Кабан! О, да! Достижение! Кабан, это мой братан! Нихуя себе, сказал я себе, сидя на большом ясене, сидя... Ну, нихуя тебя перекочекрыжило, братишка, ёбаный! Это не кабан, это какой-то монстр, нахуй! Это зерглинг из Старкрафта, короче, у нас получился. Ну давай, ёбаный. Первый мой, ебать, мой трофейный, нихуя его стрелой перехуячил, блядь. Вот это я понимаю, по-отцовски расстрелял кабана! Ты как у тебя дела? Рассказывай. О, ёбаный. Нихуя там целое... Прошу прощения, болею. Значит, скинет бор, значит. Разделываем теперь тушечку. Ёбаный мой красивый. Мой первый трофейный кабан. Трусики с игроков еще не снял. Значит, тебе вчера снимал Dead Side. Да, игрушка приключенческая. Значит, пиздюлей всем там мы раздали на сервере. Не знаю, смотрел ли ты серию или нет. Кабанья нога, ебать. Что я могу здесь унести вообще? Кабанья нога, кабанья голова. Нихуя оно все инвентаря занимает. Ну его нахуй. Пусть кому-то достанется. Пацаны, тут кабан. Раздел, отец все приготовил. Идите, забирайте, короче. Вот, знаешь,
Бежим мы сейчас с тобой вот сюда, потом вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Посмотрим, что там за территория, что там за локация. Значит, поснимала для тебя вчера Dead Side, да? Ты, как ты видишь, сейчас у нас новиночек не выходит прямо интересных таких, чтобы мы с тобой залипли, да? Стрим я пока делать не могу, потому что болею. Да, для стрима нужно много энергии, как говорится, и сил, потому что у нас с тобой очень активные стримы, как и, в принципе, видео, да? То есть я не просто в игры играю. Нам нужно с тобой проводить охуенное время. Чтобы проводить охуенное время, мне нужно делиться с тобой энергетикой. Чтобы посыл энергетики в тебя пришел, как говорится, от меня, да? Мне, соответственно, нужно эту энергетику иметь, чтобы тебе раздать, потом, блядь, ходить, как будто мешки разгружал после стрима. Вот такие у меня стримы, как бы. И это наша задача, да? И если я себя хуево чувствую, я не могу тебе выдать эту... Опа, нихуя! Надо пометить. Ёбаный ты стыд. Ёбаный пиздец. Я красивый молодец, у меня большой конец, и зовут меня отец. Так, ладно. Давай посмотрим, что это такое. Ну и посмотрим, как здесь вообще дела. Чей дом? И кто живет в нем? Значит, территорию здесь все застраивают, нахуй. Сейчас все сделаем, ебай. Так, значит, меточка пошла, ебай. Опа. Понаставили, блядь. Говна, блядь. На территории моей. А это общая территория, нахуй, или с общей? Какого хуя, блядь? Я должен бегать и втыкаться в какие-то базы. Ишь ты, блядь. Права на землю... У меня есть... Понял, понял? Понял? Пошли нахуй! Пошли нахуй. Говна, блядь, все здесь. Ничего и не взломать, блядь, за лупу, блядь. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Пойдем в городишко посмотрим, что здесь за городишко. Я не был в этом городишке, поэтому... Только не стреляй в меня там. Если вдруг ты там, как говорится. Значит, какие пирожочки у нас? У нас с тобой планы большие. У меня забитый полностью инвентарь. У меня, в принципе, все хорошо с персонажем. Едички-водички, как говорится, добиться, да? И посмотреть вот эти локации. Мы с тобой продолжаем приключения. Я ищу трусики. Я рассматриваю территорию в скаме, потому что мне это интересно. И тебе это интересно, да? То есть, закрыто. Церковь занята. Значит, игруха интересная, да? Это, наверное, одна из самых интересных выживалок, которые сейчас есть на рынке для меня. То есть, как бы... Но! Мы с тобой играем на определенном сервере, где нет робот. Так, ясно, я думал, хуй стоит сыт на дороге. А это зомбаря передергивает. А я думал, хуец поссать пришел. Так. Так. Чехленная. Вставай нахуй. ФПС на этом сервере очень сильно проседает иногда. Это очень плохо. Так, хорошо. Девушке пришло пиздарик. Это типа я должен вот так вот зашел на территорию и вот так должен каждую хуйню лутать? Ну ты что, смеешься? Я же знаю, какой здесь лут. То есть меня так бесит, а я снял там вот. Все, я должен сейчас стоять, блядь, и 5 минут обыскивать. То есть посмотри, какое говно лежит вот в этих вот местах. Я знаю, что здесь металлический лом. Здесь тоже будет металлический лом и прочая залупа. Металлический лом и прочая залупа. А ты мне говоришь, отец ходит и не видит лут. Лут, вот, пам, меня так бесит, меня так раздражает. Ты чё, нахуй, выпей таблетку, блядь, от нервов. Не, ну серьезно. Представляешь, я каждую хуйню буду лутать, где знаю, что ничего нет, залупная, как бы, вещь. Я же уже профессионал, я уже разбираюсь, где что может быть, блядь. Здесь не... Вот мне нужна еда, я пойду холодильник и полутаю, понимаешь? Вот я хочу арбузика сейчас поесть, я поем арбузик. То есть это другая история, понимаешь? А лутать вот эту всю залупу, мне не нужно, это цивильный лут, здесь не будет ничего. То есть у меня патроны есть, у меня залупа есть, у меня все, что есть в настоящем мужчине при себе, у меня есть. То есть как бы, ну там пиво, блядь, валяется всякое. Вот эту даже хуйню я не буду заглядывать, понимаешь, в такие залупы. Ух, меня прям бомбануло от этого. Еще и налайкали там друг друга, блядь. Сидят там, понимаешь, радостно. Я тебе рассказываю, ты представляешь? Сидят там, лайк, ой, меня так бесит, как отец лутается. Нет, я должен как пылесос вылизывать всю хуйню. Ладно, все, забей. Пошли. Я должен прям... Знаешь, как пылесосы громкие, сука, работают? И вот так вот, блядь, по этому бегать. Че, сумасшедший, что ли, нахуй?
Сейчас бы, блядь, в таких играх лутаться важно на военных объектах. Это базара ноль. А вот здесь это просто залупа. Вот, когда я читал такие комментарии, вот так вот я выглядел, блядь, сидя перед своим компьютером. Вот именно так. Поэтому не надо там всякую херню писать, пожалуйста, потому что ты же понимаешь, что это выживалка. Опа-на, здесь кто-то хуй какой-то долбился во что-то. Связка из деревьев. Хуй! Придумал это. Это мои трусики были первыми. 4 раза, потом лаг. Он стоял, я ему вью. Это что за нахуй? Мой передернутый пукан взрывается до небес и вылетает, сука, на орбиту. Я не хочу. В этой игре ПВП лаги. Мне об этом говорили, я это не раз замечал, но не верил. Залупные войны, обоссанности сит. Он должен вытечь там, он должен умереть там. Мы должны прибежать туда и забрать лут. Я знаю, что мы... Это мы были здесь, да? Бежим вообще похуй. Бежим, похуй. Добьем его. Он вытечет. А он перевяжется. Камни. Пока бежим. Короче, мы рядом. У нас есть нос, у нас есть ист. Мы бежим туда, короче. Прямо бежим на всех парах, блядь. Только трусики сниму. Трусики. Пошли нахуй, зомби. Трусики снимаю и бегу. На всех парах. Этот хуй должен быть либо умереть. Я не знаю, мы, скорее всего, убили друг друга. Значит, какая... Обоссанная ситуация в этой игре. Я тебе рассказываю. Обоссанная ситуация в этой игре. Здесь огромные P2P лаги. То есть... Мы хотим с тобой поиграть в PvP, да? Я вообще-то, знаешь, PvP-игрок, во многие игры играю в PvP. Ну, люблю PvP, я даже в Path of Exile, если играю, например, да? Я играю там в PvP, всякие в очередях встаю и играю, да? Получаю удовольствие. Ну так вот, я тебе что хочу сказать. Если PvP-составляющая, как здесь, будет лагать, может быть, на официальных серверах не так. Мне сейчас нужна важная информация, кто играет с CAM и играет на официальном сервере. С роботами-хуёбитами. Если там такие сетевые десинхроны, это просто от меня это калит, накаляет. Это просто, блядь, это меня... как тебе объяснить? Это меня настолько вымораживает, нахуй. Я начал первый. Я стрелял первый. Я уничтожал первый. Я воевал первый. Я все сделал первый. 4, сука, выстрела. Его выстрелов вообще... Это так уёбищно работает. Вы чё, издеваетесь надо мной, нахуй? Просто извините меня, пожалуйста. Кто так делает игры? Но это не игры. Ну да, это игры. Либо долбоебый сервер конченый, как бы. Вот мне вот это вот сетевое соединение, которое здесь присутствует, очень не нравится. Говорят, что вам на многих серверах такое есть. Но вроде бы я не знаю, официальных либо неофициальных, потому что. Как тебе объяснить, блять? Ну так не должно это работать. То есть это залупность воинственная. То есть я сейчас пойду и залутаю свое тело, естественно. Я заберу свои вещи там, заберу свое удовольствие и прочее. Но, блядь, главное, чтобы тот хуй тоже умер. Я должен снять с него трусы. Сука, я хочу трусы, а лаги мне не дают этого сделать. С другой стороны, случилась ситуация и случилось, блядь. Понимаешь, то есть, ну, скорее всего, хуй умер. По крайней мере, должен умереть. Там неизвестно, да, по ситуативным составляющим, какие у нас получились приключенческие индивидуальные факторы. Но, тем не менее, скорее всего, я его въебал так же точно, как он меня. А так как десинхрон произошел, получилось, мы погибли, скорее всего, оба. Там 4... Пуль, он, у него кровь хлестала как... Я не буду тебе ничего объяснять, нахуй. Это просто пиздец, нахуй. Это... Кто смеется? Кто? Кто посмеялся, блядь? Кто смеется? Блядь. Хватит пиздеть. Прошу прощения. Я болею и снимаю, блядь. Ну хули там кабанам, как говорится, да? Ой, бля, заебал уже. Так вот, знаешь. Ну, может, потому что на базу нассал? Бля, может, это карма? Каждый раз, когда я обоссываю чужую базу, что-то случается.
Блять, там связка дров, там все, там это мои трусики. Сука, он тоже может треснуться в этом квадрате и бежать сейчас туда. Ну, по идее. По логике вещей. Так, значит, я бегу достаточно быстро, я облегченный, да? Я могу, в принципе, что сделать? Нарезать на тряпки вот эту хуйню. Ну, раздеться, да, пока отдыхаю. Значит, вот так. Значит, что, нельзя смеяться над такими ситуациями. Я фул залутыш, я пришел в город ебать! Я ебал! Я напал, я просто не видел. Из-за сетевых десинхронов непонятно, кто по кому первый стрелял. Все, блядь, побежали, блядь. Я готов, нахуй. Вот он, мой мужчина, блядь. Чувствуешь, да, нахуй? Вот это да. Это я поплотненький такой, блядь. Понимаешь? Белки, витаминки, блядь. Все нормально, блядь. Протеинчик, блядь. Стероиды. Все регулярно употребляется, нахуй, моего мужчины. Пошел нахуй! Только ты мне не перекрывай дорогу, кабан! У меня есть дело в городе, братан! Да, я пизданул твоего сородича. Но тебя я трогать не буду. Так, если он умер, он реснется в том же квадрате. Да, мне дали очки славы! Мне дали очки славы, значит, я убил членососа! Бежим. Шумур, не оскорбляй других игроков, это не оскорбление. Ты знаешь, много раз я, ну, когда вот говоришь на кого-то какие-то плохие вещи, да? Ну, там, то есть, ну, не оскорбление это же. А, это как? Это самовыражение и самоутверждение. То есть, ты должен быть уверен в себе. Все должны быть негодяи под лицом. Кто твой потенциальный противник, тот сосает пипесочку. То есть, соответственно, нужно называть вещи правильными именами. То есть, как бы, ты должен быть, иметь такую, знаешь, настроенность, как у хищника к жертве, да, то есть, поэтому ты должен их всех, ух, негодяй, подлецей, вот это да, и такой настрой должен быть. Потому что если ты будешь всех любить... Интересно, а что у него было за оружие? У меня охуевший дробовик, блядь, который я нашел в бункере. Понимаешь, у меня охуевший просто дробовик, просто нереально сексуального качества. С чего он стрелял в меня, что я был в бронежилете? Я был в охуенном. Он тоже был в шлеме. Это был непростой хуй. Это был хуй нравственного характера, направленного. То есть, блядь. Мне главное добежать сейчас. Мне главное добежать, я уже близко. Ласкала меня киска. А если этот хуй, который живет на базе рядом, он сейчас реснется на базе, ебать, на спальном мешке, прибежит, залутает и все в базу перенесет. Сука! Такое тоже может быть. Блядь, какие у меня... Какие у меня варианты? Ну, я тебе скажу так, сетевые десинхроны, которые здесь присутствуют, это просто, блядь, ну, из-за этого играть очень тяжело. То есть, как бы, игра интересная, желание в нее играть есть, но, как обычно, в таких выживалках присутствуют вот такие вот багулечки. Че, блядь, мечтаешь, да? На небо смотришь, на солнышко. Проебал весь лут лошара, блядь. Говно вонючее, блядь. Отец, блядь. Хуец, блядь. Сосед, нахуй. Что это такое вообще было, блядь? Въеба, ну а это не ты виноват, не ты виноват. Конечно, маленький, вставай, не переживай, не переживай. Не ты виноват, не ты. Это лаги, сетевые десинхроны. Это не ты. Это не отмазка, это не отмазка. Это не ты виноват. Это не ты, это, блядь, такая игра. Такая игра. Ты же всех везде, во всех играх ебашишь. Ну что, здесь сложно тебе ебашить, что ли? Нет, конечно. Во всех играх ебашишь, во всех играх хуячь все, что видишь, блядь. И все у тебя нормально, все всегда, блядь. Потенциальные составляющие нравственные. А здесь что? Здесь что? Здесь то же самое, блядь. То если сетевой код мешает, понимаешь, то очень тяжело трахать. То есть в этом, ну, всегда такое может быть. Вот представь, тебе в реальной жизни тебе что-то мешает трахать. То есть, как бы, естественно, ты не сможешь реализовываться. Ты можешь, на самом деле, а сетевой код тебе мешает. То есть, как бы, у тебя такое было хоть раз? Напиши мне. Вот. И ты знаешь, и ты тут ничего не можешь сделать, блядь. Ну, игра так создана, так сделана, так она работает. Такая залупа в ней пахнет. То есть, ну, ты с этим ничего поделать не можешь. Так, теперь посмотрим. Теперь посмотрим. Вспомнить бы мне, где именно и как именно это произошло. Также здесь дохуя зомбарей. И от третьего лица я хуя видел, как бы, нормально. То есть, возможно, это кастомные сервера так сделаны. Но если от третьего лица ты никого не увидишь, а это бред, я считаю, в таких играх такого быть не должно. Я не знаю, зачем разработчики это придумали. Как бы это настолько тупые повадки к какому-то реализму. Нахуя тогда делать вид от третьего лица? Сделайте тогда везде вид от первого.
Сундук тыквы. Так, смотрим. Да, вон оно. Двери открылись. Хуй вышел. Он меня раздел полностью. Да, вон он. Да, не видишь. Побежал. Сука. Еще один. Их там двое, блядь. Пошли вы нахуй с такими играми. Я так ебал носить носки. На трусики снял, трусики снял. Меня трогают, как желаю. Там целые кланы, не играют кланы. Должен бы сказать, был я, но нет. Так как я человек сильный, морально-нравственно подготовленный к таким ситуациям, там он пригласил команду. То есть он позвал, он позвонил сразу Саше, Вите, Пете, блядь, Дискорд нахуй. И что, блядь? Он говорит, Саша, Вите, Пете, я умер там, блядь. Ну, по-любому он умер, потому что мне очков славы дохуя дали. А это уже пришли Витя, Петя и Валера, скорее всего, да? То есть Витя, Петя с Валерой, значит, что сделали? Их позвал Саша, да? Ну, допустим, ситуация. Но они играют кланом, это, скорее всего, жители дома, блядь. Жители дома, блядь, понимаешь? Мне в эти игры интересно выживать соло. Это эти выживалки в соло просто великолепны. То есть, когда ты снимаешь трусики с кого-то, когда... Мне просто не повезло то, что попался за лутыш, понимаешь? И он там лутается, и он там получает удовольствие. То есть, но... Фишка в том, что такие игры в соло, они и познаются, да? То есть ты ищешь новых друзей, ищешь новые ситуации. Если ты играешь командой, это уже не так интересно. Все бегают, все носятся. Они услышали меня, он сразу же сказал Валере. Валера! Валера, у меня тут кто-то ходит в доме. Валера прибежал и зарубил меня нахуй! А почему? А потому что он Валера, блядь! Валера может, блядь. Ну, Петя, Вася тоже может. Да все могут, нахуй, но... Блять, ну это такой своеобразный челлендж. Я сниму, если я сниму с игроков трусики, короче, при этих лагах, глюках и десинхронах, вот эта вот хуйня от третьего лица полная залупа, такого быть не должно в играх, я считаю. Так вот, если я... Как неплохо-то. Если я, значит, сниму... кого-либо, блядь, здесь трусы, то я прошел скам. Все. Это нереально практически. Я начал первый, ты все видел, как бы, ты все видел, блядь, да? Я ебал первый, начал первый, стрелял первый, трахал первый, все делал первый. Но, по крайней мере, с моей стороны сетевой код показал именно так. То есть, как бы... Но, видишь, оказалось, что не так. Они, оказывается, кланом там чистят этот городишко, блядь. И они все это время, то есть вот он только пришел, они пришли, соответственно, залутали их догола просто. Но трусы мои не достались им. Это очень важно, блядь. О, стой! Никому не достанутся мои трусики, блядь. Вот, лутаются кланом, получается, да, ходят там. Это, скорее всего, жители базы. Слушай, а если здесь сделать базу, да, ты же... При смерти там будешь резаться, получается, да, на базе? То есть, как бы, они, скорее всего, хуй резнулся, Валеру позвал и пополучал удовольствие, да? Так, теперь здесь задача найти рюкзак. Здесь задача найти рюкзак. Вот это мне нахуй не нужно. Очень много еды здесь. Вот в таких шкафах могут быть рюкзаки. На этой территории. Так вот, почему мне нравится играть? Меня многие спрашивали, а почему ты играешь без роботов? Ты теряешь всю динамику, механику игры. Типа тоже отвечу ребятам. Значит, во-первых, динамики, механики никакой интересной нету с роботами. Я играл в скам когда-то давно. Когда он только вышел. Я же снял тебе его как в первый раз несколько лет назад, в 2018 году. Вот. И
когда он вышел, вот эта механика с роботами мне изначально не понравилась. То есть, да, она сразу пахла залупой для меня, и, соответственно, интереса в этом никакого нет. Это только мешает, это только затягивает процесс игры, процесс лутания, процесс геймплея, процесс получения удовольствия. Это первое. Я играю в серверах, на серверах, где нормальное количество лута, а не где ты как уебан будешь, соответственно, бегать и ничего не найдешь. Вот. Я, конечно, могу, если ты захочешь, если ты проголосуешь, значит, в следующий раз, точнее, на следующую серию, пойти на офф и посмотреть, как там механика с роботами. Поэтому напиши мне обязательно, хочешь ты этого или нет. Потому что это достаточно интересно. Если там лагов PvP нет, то надо играть на официальных однозначно. Если присутствовать будут такие же десинхроны, как здесь, это просто залупа полная. Ты здесь не сможешь реализовываться и играть нормально в PvP. То есть как бы... Опа, нихуя. Вот я и восстановился, ебать, ребята. Вот я и восстановился. Зашел в городишко, блядь. И полутался, да? Вот это да. И даже нож с рюкзаком крафтить не пришлось. Прошу прощения. Но есть проблема, нет оружия. То есть именно дробовичок бы какой-нибудь, старичок. Вот. Поэтому я не знаю, есть ли смысл суваться на официальный, посмотреть вообще, как там составляющие. Интересно, неинтересно, как говорится. Давай кепку возьмем, панамку нахуй. Панамку нужно будет сейчас порезать на тряпки, потому что если вдруг у нас с тобой будет кровотечение, если вдруг нас кто-то пизданет, чтобы мы с тобой могли быстренько перебинтоваться. Да, этот сервер тоже, получается, сетевые лаги как бы присутствуют. Это очень неприятно, в этом большой минус игры, огромный, я бы сказал. Еще и пацаны меня разделили. Но там этот город принадлежит клану. Они там, видимо, регулярно делают вылазки. Как бы лутают этот городишко, да, получают от этого удовольствие и получают... Да, пизды, блядь. Надеюсь, они получают пизды. Ну, не знаю, как регулярно. Их там много. Красный рюкзак. Красный рюкзак, ну его нахуй. У меня и так хороший рюкзак. Отмычка, заебись. Шоколадка, заебись. Вот такие места интересно лутать. Вот такие места стоит лутать, как бы, да? Цветная капуста, как кусок говна кто-то навалил. Это все потому, что я обоссал, блядь, чужую базу, пришла карма, понимаешь? Ботиночки. Вот эту хуйню надо выкинуть. Просто поставь ботиночки. Красный рюкзак 96%. Не хочу привлекать внимание. Сука, блядь, а? Сука, я такой залутанный был, у меня все было, я... Сука, бля. А может там двое их было на самом деле? Я просто не понял, как это... Ну, изначально, может, меня стреляли двое. Собаки, кусок вонючий, блядь. Пойдем туда. Но здесь все цивильный лут. Мне нужно на военную базу срочно идти. Какую-нибудь закидывать. Но мы сейчас тут цивильным полутаемся. Посмотрим, что можно из цивильного выжить. А еще хуй грамотный, он меня услышал, понимаешь, как бы... Писю не мял. Так, то есть мы вот здесь вот, получается, с тобой. Сейчас бежим вот в это городишко. Это нос-нос, да. Мы бежим вот сюда. Можем оббежать вот так, потом и пройти сюда. И вот здесь вот военочку залутать. Ёбаный театр. Там же военочка, по идее. Вот здесь военочка, я знаю. Там хуй его знает, что там. Но все с оружием бегают цивильные... за цивильным лутом. Давай-ка мы обойдем это место стороной. Потому что мне нечем стрелять просто в людей. И пробежимся вот сюда. Вот сюда вот пробежимся. И там попробуем достать какой-то нормальный лут. Так вот, какая логика? У меня же есть сейчас еда. Еда есть, чтобы пережить ситуацию. Значит, какая логика вообще в таких играх должна быть? То есть, в этих играх испокон веков, я тебе просто поделюсь сейчас опытом. Сколько мы играем в Days, Хуейс, Rust, Хуяст, Арк, Хуяк и всех остальных, есть одна большая, я бы сказал, огромная громадная проблема. В этих играх присутствуют вот эти сетевые лаги и десинхроны. Со скамом они были... По-моему, они были изначально, да? То есть, когда только игра вышла, как раз это была большой проблемой в игре. И, соответственно, эти проблемы, видишь, оказывается, сохраняются. Я не знаю, как здесь люди играют, но меня отталкивать
играть отталкивают вот эти вот сетевые синхронизации, когда, ну, просто ты вышел, хуй завис, прошел лево, он не стрелял, никаких анимаций, все десинхронно абсолютно работает. Просто, знаешь, я, может быть, не обратил внимания на комментарии индивидуума нравственного, который получал сексуальное удовольствие на моих видео на прошлых съемках серий. Значит, он мне написал, когда я только начал тебе в 2021-м снимать скам, он мне написал, отец, ага, говорит, да-да-да, тебе игра нравится, ты еще не видел, как здесь игроки лагают. Я думаю, а хуйню несешь, какой-то сервер говняный выбрал, и пишешь мне индивидуальный мой нравственный комментатор. Нихуя. Он был абсолютно прав. Он был неимоверно прав. Блядь. Я переберусь вообще здесь, не? Вон там есть пляжик. Ну похуй, намокнем, блядь, хули делать. Хули делать, ребята, намокнем. Первый раз пойдем через речку сейчас. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот сюда вот пойдем. Ножик у меня есть, хуёжик у меня есть, все у меня есть. Но этот сервер менять нужно однозначно. Я не знаю, на каком не будет десинхронов. Может быть, ты знаешь, может быть, ты мне можешь подсказать. Поэтому напиши мне. Я хочу нормально в PvP поиграть, а я не могу этого сделать. Я не могу снять трусики в этой игре, блядь. Это просто пиздец какой-то. Давай, родной, блядь. Да не так, давай. Сейчас высохнем нормально. Ой, блядь, весь мокрый, как говно, блядь. Рубашка заклю... Нормально все. Это ж кто там? Это как? Вася? 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 Оружие у тебя есть, да, Вася? Вася! Как он это делает? Вася! Он скрылся в кустах. А не, вон он побежал, блядь. Он течет? Или я ему броник не пробил? Вася! В смысле нахуй? Вы издеваетесь? Я трахал! Я трахал Васю! Это серия. Это все. Это конец! Но нет. Должен был бы сказать я, но я так как я. Сдержанный человек, блядь. Ну, я достаточно морально нравственный. Я человек красивый. Блядь. Я не выложу эту серию ни за что в жизни. Блять, я не выложу эту серию ни за что в жизни. Я не хочу. Я все делаю правильно. Я напал первый, я напал сзади с ножом. Спокойно. Это что, это судьба? Как так я перепрывал в одну и ту... перепрывал речку? В одном и том же месте с хуй, с моими потенциальными трусиками. И эти трусики, как оно здесь работает, это сетевое говно, блядь. Это что сейчас было, нахуй? Я не могу это терпеть. Да пошел ты нахуй. Я, все. Моему пукану пределов нету бомбления, блядь. Все. Объясните мне, как работает здесь сетевой код. Он не работает здесь. Он не... Это лишь видимость, блядь, сетевого кода. Мне надо было там передохнуть, на самом деле, восстановить выносливость, но все равно я его вовремя убил. Это что сейчас было, нахуй? Этот сервак в говне, короче, он лагает. Сука, надо другой сервер, короче. Короче, ребята, значит, ситуация такая. Я думаю, что мы с тобой на следующую серию начнем на другом сервере. Если ты мне расскажешь, что такие сервера вообще в игре имеются, да? То есть, ну, что... Мы сможем найти сервер, где не будет лагать сетевой код.
Сколько я вот ножевых ранений? Ему, наверное, похуй было, потому что он в бронике был. Скорее всего, ситуация такая. Но то, что игра так работает, ну, это просто пиздец, как бы, блядь. Но это сервер, как бы, ладно, хуй его знает. Может быть, игра-то на официальных серверах по-другому работает. Здесь и так сетевые десинхроны в большом количестве имеются. Но, тем не менее. Знаешь, братишка мой, сестренка. О, смотри, какой он у меня, блядь, уже. С волосами, с хуями. Знаешь, братишка, сестренка, напиши мне. Имеем ли мы в наличии на следующей серии, соответственно, удовольствие поиграть на официальном с роботами? Да, без вот этой застроенной хуйни. Опа-на. Пойду попрошусь как бичара, блядь. Надо было поговорить с ним. А что здесь за надпись? Это что такое здесь происходит? Гиперино R6. Linux Chest. Что, блядь? Это подношения какие-то, блядь? Я что-то не понимаю. Спасибо за хлеб. Спасибо за пищу. Куча бандажиков. Доска. Здесь, короче, ребята строят базу. Значит, напиши мне, играем ли мы на офи. Этот сервер тоже лагающий оказался. Но мне кажется, все сервера такие. По крайней мере, кастомные. На офи я не пробовал игру, поэтому мне интересно. Пойду попрошусь в гости. Скажу, приюти меня, блядь. Возьми меня в клан, возьми меня в гильдию. Потом убью всех. И заберу себе их вещи. Ну, Белочкину включу. Прям в голову, блядь, в упор. Да, недостроенная база, недостроенная территория. Либо разграбленная. Это, скорее всего, взломанная база. Кто-то грабанул людей. Походу, да. Походу, пизда рулю. Зарейженная. Все вынесено. Ух, нихуя себе здесь бревна, как мой член, блядь. Так, ну-ка, подожди. Нихуя, а это они строятся еще. Ебать, здесь бревен, ёба. А как это сюда привозят? Как это делают вообще? Ладно. На этом сервере я, может быть, вернусь когда-нибудь, но оставлю вам трусы от Саши Мору прямо на этом месте. Мои трусики и хлеб насущный. Теперь мы это все удобрим. Вот так вот. А то охуели совсем, блядь. Мы это все удобрим. И вишенкой на торте завершение нашего приключения сегодняшнего будет неимоверное удовольствие. Знаешь, так, что я могу сказать? Сетевые лаги есть, но я получил охуенное количество удовольствия на этой серии. Что-нибудь будет подарок? Без подарка. Бля, надо побриться, побриться, подстричься. Вот. Пиши, что думаешь, серия получилась очень динамичная, очень угарная. Неизвестно, я посмотрю, получил ли я очки чести за убийство того чувака, которого... То есть, если я получил очков чести после перестрелки, значит, я убил его. И там пришли уже челики лутаться с этим, поэтому... Все было хорошо, но трусики я так и не подобрал. В общем, дружище, напиши мне, что думаешь. Если ты хочешь больше скама, обязательно напиши, играем ли мы на официальном, либо не на официальном сервере в следующий раз. Может быть, ты знаешь сервер, где PvP составляющая не лагает. Может быть, ты знаешь еще какие-то интересные моменты, о которых не знаю я. Поэтому дай мне знать, и я обязательно для тебя, соответственно, поснимаю на том сервере. Нет, ну это я знаю. Там, ой, приходи к нам на сервер, мы тебе будем пизды давать. И так далее. То есть, либо помогать, это мне не нужно. Я соло-выживальщик, мне нравится выживать в таких играх соло, иначе это не имеет смысла. Вот. Значит, это раз. А второй момент. А играем ли мы на офи? Будем ли мы пытаться найти труфики на офи? Либо на каком-то другом. Просто напиши мне, может быть, ты знаешь сервера, где PvP реально не десинхронит, так как это огромная проблема. То есть, вот второй раз
тоже были десинхронные, ты слышал? Он сделал 5 выстрелов, все мимо. То есть нету попаданий, нету регистрации. Все попадания, которые были по мне сделаны, как-то пришли непонятно, блядь. Как будто, знаешь, такое ощущение, что тебя в игре убивают читеры. То есть ощущение было именно такое. Че, проверить время? Заебись ты, проверяльщик времени, ебать, ну-ка. А, у меня есть часы. 7.52, отлично. Бля, а раньше я думал, что нету часов. Слушай, интересно, часы у чара всегда есть на, получается. Можно свистнуть и выстрелить в кого-нибудь, заебись. Так, а еще что у нас есть? Ладно, с этим мы разберемся. Знаешь, пиши, что думаешь, все. Насмехаться. А. Сердечко можно кому-то поставить. Понятно. Значит так, все, пиши, увидимся на новом видео. С тобой был Тис Шимуру, это скам. Пока-пока, меня немножко бомбануло, но я сейчас выпью чайку и получу удовольствие. Целую. Ай.